Люди будут здесь отдыхать, люди будут здесь заходить, лежать на траве, которая появится весной, заходить в интернет, общаться, встречаться. Сюда будут приезжать свадьбы. И вообще в целом это место, оно будет носить некую духовность. Поэтому мы выбрали его не случайно. Акция прошла в рамках всемирной кампании «Миллиард деревьев» в соответствии с программой ООН по окружающей среде. За 5 лет общественники по всему миру уже высадили свыше 12 миллиардов растений. В Кургане мероприятие поддержали представители городской и областной администраций, клиенты и партнеры компании «Ингострах», а также неравнодушные курганцы. Когда «Ингострах» к нам обратился вот с таким пожеланием, у нас есть желание и совместно с руководителем городского парка, вот с Рыбиным Александром Анатольевичем, все-таки городской парк сделать тем любимым местом отдыха жителей, которое оно было 20 лет назад, 30. Почетное право заложить аллею предоставили юным спортсменам. В этом году за счет средств малого бизнеса и по инициативе активистов Кургана в городе появились около 800 деревьев и 1500 кустарников. На следующий год мы планируем до 1 октября 2013 года закончить озеленение всего горсада. Поэтому для горожан это будет очень приятный сюрприз. Проект «Ингостраха» в России продлится 2 месяца. За это время в крупнейших городах страны планируют посадить 3000 деревьев.